И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Ничего себе. Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну уже, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Ну давай, ящик, ну уже. А, амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. О, нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Ищу ветра в поле. Ненавижу искать ветер в поле. Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне... Мне нужно кое о чем тебе рассказать. Найди врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук! А нельзя все решить разговором?
Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Да, твоем, урод! Время, проведенное вместе, поможет вам поладить! Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови! Спасибо. Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже, но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Он этого не переживет. Следующие выборы его доконают. Надеюсь. Осборн бывалый. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Эй, пустите нас наверх! У меня проблемы со здоровьем! Господи, я задыхаюсь! Пустите меня наверх! Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх! А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Должно сработать. Черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Уходите отсюда сейчас же, мы не менее открыта. Важны, чем Осборн. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад. Извините за неудобство и помните, Соболь делает это для вашей же безопасности. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Ладно, ладно, ухожу. Контроль, в квадрате чисто, в квадрате чисто. Классная штука. Надо развернуть его. Я что-то слышал. Веду... Молодец. Надеюсь, в Соболе пульт от лифта в комнате охраны. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Норман и Соболь, как вовремя. Найти бы этого инженера и пристрелить. Вот же дурацкая кнопка. Восемнадцатое июля. Есть. Супер жутко. Надо найти лабораторию дыхания дьявола. Кое-что из этой комнаты может пригодиться. Норман Осборн, отчет.
отчет по GR-27. Весь проект коту под хвост. GR-27 — лекарство, а не вирус. Но попробуй объясни это репортерам. Ух ты. Норман выиграл конкурс на самую странную карту. Похоже на верхний Уэстсайд. Похоже, Норман следит за перемещениями доктора Майклза. Хм. Здесь отмечена вся собственность Оскорб. Расположение отрядов Соболя. Они разверт... Готова спорить, я найду эту лабораторию. Она должна быть в здании Оскорб, возле которого много Соболей, и который часто посещает Майклз. Ух ты! Сколько студий звукозаписи. Доктор Штром. Он ведь эксперт по роботам? Нет сигнала, а доктор Майклз возглав... Нет, мне надо найти Майклза. Ван Адер — это Оскорб, а доктор Майклз возглавляет... Норман не настолько безумен. Студия звукозапись. Оскорб, актив. Старая, добрая. Вокруг лаборатории должно быть... Надо проверить маршруты патрулирования у здания Оскорб. Норман все больше напоминает мне безумного ученого. Что это за штуки? Прототипы ручных гранат? Похоже, карта верхнего Вестсайда. Норман не настолько безумен, чтобы хранить противоядие в торговом центре. Студия звукозаписи может быть отличным прикрытием для лаборатории. Старая добрая Альфа. Вокруг лаборатории должно быть много соболей. Надо проверить маршруты патрулирования у здания. Старая добрая Альфа. Очки дополненной реальности. Крутые. Нет. Ван Адер — это тупик. Доктор Майклз возглавляет группу. Оскорб активно работает на оборону. Норман не настолько бит. Студии звукозаписи. Оскорб вокруг лаборатории. Надо проверить маршруты патрулирования. Старая добрая Альфа. Норман не настолько безумен, что... Студия звукозаписи может быть отличным прикрытием для лаборатории. Вокруг лаборатории должно быть много соб... Нет, это просто GR-27. Это же кодовое название «Дыхание дьявола». Нашла! 10-я и Кафедрал Стрит. Это же... Конечно! Угол 10-й и Кафедрал. Студия звукозаписи Оскорб. Идеальное место, чтобы спрятать секретную лабораторию. GR-27. Инцидент с Ли. Что это? Итак, запись уже пошла. Я буду совсем рядом. Просто расслабься и пусть действует лекарство. На помощь! Помогите! Думаю, это просто консультация. Мальчик был готов. Я пойду туда. Нет, нельзя. Слишком поздно. Дело. О, господи. Норман и Отто. Это они все начали. Они создали Ли. Я должна все выяснить. Что? На! Кто там? О, нет. Дьявол! У нас прорыв. Тревога. Пит, я узнала, где лаборатория. И еще много всякого. Ты далеко? В паре квадратов.
кварталов. Только скажи, и я приду. Отлично. Не глуши мотор. Надо зачистить балкон. Продолжаю обход сектора. Контроль, я что-то слышал. Веду обход. Эй! Босс, она у нас! Пит, ты здесь? Поворачиваю слегка. Ты в порядке? И еще пару секунд. Северо-западный угол. Ты чокнутая. А ты супер. Все это слишком тяжело. Болезнь Гарри, Норман, Эли, доктор Октавиус. Я знаю. Все из-за меня. Опять старая песня. Ты больше не одинок, Пит. Мы с Майлзом присмотрим за пир. А ты найди Нормана. Найди лекарство. Спасибо, партнер. Открывай. Какая же ты тяжелая! Ты оскорбил моих людей, испортил мое имущество, а мой клиент потерял миллионы. Есть хоть одна причина не убивать тебя на месте? Слушай, ты мне не нравишься, я тебе тоже. Но сейчас в этом здании Эли убьет твоего клиента, если мы не вмешаемся. Мы можем воевать друг с другом, или с Эли, но не на два фронта. Договорились? Поможешь мне спасти Нормана, а потом посмотрим. Идет. Ли сошел с ума. Иди за Осборном. Я с ним не поговорю. Главное иметь друзей. Уходи, человек. Это касается только меня и Осборна. Я знаю о том происшествии. Знаю, что случилось с вашими родителями. Инцидент. Ты такой же уродец, как Осборн.
родители погибли из-за меня, из-за того, что со мной сделал Осборн. Ваше прошлое — это не все, оно не должно управлять вами. Я хотел, чтобы они мной гордились. Хотел почтить их наследие. Но для этого нужно призвать Осборна к ответу. Я вам не позволю, Мартин! Болли. Его злоба. Они питают его силы. Единственный образец. Нет! Нет, Мартин! Я же сказал, мне жаль. Это был несчастный случай. Я хотел помочь тебе. Ты не помогаешь людям. Используешь их. Это не вернет ваших родителей! Зачем так настойчиво пытаться спасти этого мерзавца? Я хочу спасти вас, Мартин! Не дайте мести победить! Боритесь! Ответить. Я знаю. Но так ведь нельзя, Мартин. Отто?
Ах, этот твой взгляд. Не представляешь, как я ему рад. Готов к последнему акту? Эй! Эй! Где Отто? Ушел. Не о нем сейчас стоит волноваться. Ему надо в больницу. Нет, не надо. В пир. Я хочу говорить с главврачом. Здесь нет никаких врачей. Кто же тут главный? Я обычно. А, так. Прошло много времени, но я постараюсь. Нужны маски, перчатки, стерильные инструменты. Спасибо. Если выживешь, поблагодаришь. Боже мой. Жить будет, но нужен покой. Эй, осторожно. Где Мэй? Ее может не стать в любой момент. Куда ты? Надо найти Отто. Вакцина у него. Не знаю, справлюсь ли я с ним. Может и нет. Может, пауку нужна помощь его друга Питера? Что? Питер помог создать эти руки, помнишь? Он должен знать, где их уязвимость. Задай им, тигр. Ладно. Нет. Нет, тоже не то. Может быть, это? Нет. А! Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. Thank you.
И вы видите в прямом эфире, как мэра Осборна удерживают в заложниках на крыше здания Оскор. Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду. Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Отдайте мне вакцину. Отто! Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. Что ты... Как я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Не поймешь! Ты не страдал так, как я! Ты должен быть на моей стороне! Я и был! Подумай о том, кем ты был! Его больше нет! Ты не можешь спасти меня, Питер! Тогда тебе самому придется спасти себя!
кумиром! Я вами восхищался! Выглядишь уставшим, Паркер. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться! Вакцина! Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям, то, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше. Для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы. Я мечтал стать таким, как вы. А вы все уничтожили. Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки. Я застряну в этом жалком теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче, если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Питер!
Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы. А может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мэм. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел? Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. М? Думаю, почему бы не стать поваром? Прости. Нет, ты... Ты ученый. Хороший. Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город, и... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да. А пельмени пока еще не очень. Идешь в поход?
А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне. Если ты хочешь. Нет. В смысле, нет. Я не хочу. Я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит. Да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся, ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это лучше просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, да? Не так уж и необычно. Мы были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын.